Курбан-байрам через 10 дней, а это значит, что настал месяц Зульхиджа, один из высокочтимых месяцев у мусульман. Особенно ценными являются его первые 10 дней. Как стоит их провести и каким образом подготовиться ко дню Арафа, расскажет Хадижа Курбанова. Один из самых благословенных периодов – первые 10 дней месяца Зульхиджа. Все это время, как и весь месяц, мусульманину следует провести в особом поклонении. В этот период паломники совершают хадж. Но и те, кому не предоставилось возможным посетить святые земли, могут получить немалое вознаграждение от Всевышнего, исполняя определенные заветы. Месяц Зульхиджа – это один из 4 запретных месяцев. И месяц, в котором, который является последним месяцем в мусульманском году, и в котором мусульмане со всего мира делают намерение отправиться в хадж, в паломничество, в святые земли Мекки и Медины. Те люди, которым не предоставилась возможность посетить святые места, они также могут, конечно же, провести этот месяц и особенно первые 10 дней месяца Зульхиджа в поклонении и получить для себя вознаграждение у Всевышнего. Значит, одним из первых – это соблюдение поста. Сунной пророка, алейхиссалату вассалям, является соблюдение поста. Один из священных дней наступившего месяца – день Арафа, 9 число месяца Зульхиджа, день большого хаджа, прощения грехов и освобождения от огня. В хадисах сказано, что вознаграждение за пост в Арафа равно вознаграждению за пост в течение 2 лет. В хадисе пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, говорится, что тот, кто соблюдает пост в день Арафа, ему смоются грехи за 2 года, то есть за предыдущий и за последующий. И есть очень много достоинств, которые ученые рассказывают и приводят относительно этого дня Арафа. Также желательным действием в этот месяц, и особенно первые 10 дней месяца Зульхиджа, является проводить их в поклонении, в поминании Всевышнего, особенно в чтении такбира. То есть Аллаху Акбар, это вот будь то на улице, будь то на работе, будь то дома. Завершаются благословенные дни праздником Курбан-байрам. Пророк, мир ему, сказал: «Самый великий день – день жертвоприношения. Это один из главных праздников мусульман мира, и, как правило, его проводят по всем установленным религии канонам. Всевышний одаривает своих любимых рабов особыми днями, дабы они могли увеличить свои благие деяния. Соблюдение всех этих предписаний позволит отдалиться от греховного и стать ближе к Господу». Хадижа Курбанова, Муса Салгиреев, телеканал ННТ, Махачкала.